Хотите знать, куда ехать чинить байк? Главный вопрос. В Арамболе не надо ехать чинить байк к Вике. Все просто. Здравствуйте, дорогие арамбольцы, кто прибыл только что, и кто тут очень давно уже. Вот я тут очень давно, настолько давно, что я купила себе байк. И вот я его отдавала в ремонт. И сначала отдавала к Тике, и все было нормально, потом у меня накрылся двигатель. И я отдала его в ремонт в Арамболь, к Вике. Так вот, получила я байк через полторы недели с починенным вроде как двиглом, но проверить я этого не могу, потому что он не заводится. Как приятно. Вот доколе баб будут воспринимать как мешочек с деньгами? Расскажите, пожалуйста. Я столько сервисов в Москве посетила, я участвовала в гонках, я знаю, под своей машиной я лежала лично несколько недель, перекручивала гайки. Какого хрена происходит в Арамболе, когда ты отдаешь механикал центр и получаешь нерабочую машину, я особо еще пока что не знаю. Но, наверное, я узнаю, когда я доеду до Арамболя и задам этот вопрос лично Вике. Поберегите свои нервы.